Дело в том, что любое интервью — это мне нужно собраться с мыслями, там, подумать. И это все равно как бы трата энергии идет. Вот. А в последнее время я так подумал, что зачем мне тратить энергию на все остальное, кроме спорта. Если как бы я спортсмен, то я должен выходить там, на тренировки, на соревнования и работать там. Вот. Отчасти интервью — это тоже как бы часть работы, но для меня она, ну, так скажем, тяжелее дается, чем кататься на коньках. Энергозатратнее. Ну да.